Еще 5 муниципалитетов получили помощь от муфтията Дагестана на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. На этот раз медицинскими приборами и медикаментами для спасения жизни людей пополнились больницы Избербаша, Цумадинского, Карбудахкинского, Лакского и Кулинского районов. Обо всем по порядку расскажет Хамза Нурмагомедов. Аппарат Боброва называется, мы остро нуждались. Сколько людей вы спасли? Даже вот здесь один аппарат. Сколько людей это спасет? Вот этот, вроде небольшой аппарат, вроде недорогой аппарат. Сколько людей это спасет? 5 таких аппаратов, медикаменты и прибор для кварцевания муфтият передал центральной больнице Избербаша. Помимо этого, для врачей благотворительный фонд «Инсан» предоставил 170 продуктовых наборов первой необходимости. Пусть вам Всевышний поможет, тем более, спасибо. Как вы говорите, недавно назначили именно в такой пик. Я представляю, да, насколько сложно. Очень тяжелая, очень сложная обстановка. Поэтому мы будем всегда рядом. В Карабудахинском районе была оказана помощь больнице села Гурбуки. Медучреждению передали кислородный концентратор, медикаменты и средства индивидуальной защиты. Помимо этого, врачи и нуждающиеся семьи районов получили около 400 ящиков с продуктами. У нее трое детей и сама. Вот одна живет в одну комнату, у нее больше никакого дома нету. Там тоже решили зайти чуть-чуть помощь оказать. Хватило бы много принести. Много не бывает. Без внимания духовенства не остался и Цумадинский район. Центральная больница в селе Аквали приняла медикаменты на сумму 300 тысяч рублей. Это очень большое это значение имеет, потому что с медикаментами проблемы, там с другими есть проблемы. Но особенно не хватало медикаментов. Вам очень большое спасибо. Представители муфтията обошли также магазины. Они погасили в них долги тех людей, которые вынуждены были брать продукты, не имея на это средств. Мы вот продолжаем эту работу не только лекарствами и продуктами питания будем помогать. Вот призываю всех присоединиться. Помощь от духовенства дошла и до Лакского и Кулинского районов. Центральные районные больницы передали 80 продуктовых наборов, медикаменты и защитные накидки. На общую сумму более 200 тысяч рублей. Сейчас и у нас вспышка, и в Кулинском районе. Дорогие друзья, земляки, все, кто нам помогают, мы вам очень благодарны. Вы должны знать, что вы стараетесь не только для докторов, но и для наших всех жителей района и нашей республики. Выражаю слова благодарности муфтияту Республики Дагестан и благотворительному фонду «Инсан» за оказанную помощь. Помощь она как раз таки кстати. Все нуждаются, все у нас в районе. И больных много, и которые люди не могут покупать лекарства. Еще 600 нуждающихся семей в этих районах получили продуктовую помощь. А долги тех жителей, которые не в силах были погасить их перед магазинами, были выплачены. Муфтият намерен продолжить оказывать адресную помощь муниципалитетам Дагестана. Мы на самом деле перед вами в долгу. Мы признательны вам, мы благодарны. Дай Аллах вам здоровья, чтобы вас Аллах сохранил для нас. Хамза Нурмагомедов, Халид Ахмаев, Алиасхаб Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дагестан.